их смех, их такой блаженный страдаческий смех. Я бы так и пролежал до часов трех. Как сюда бы не пришли люди. Начнем, да, наверное. Я долго продумывал, как буду начинать перед сном все, ну, и думаю, речей перед чтениями не надо, а то я просто обосрусь. Из лицу выходит бравый атаман, девицу уводит полночь и туман. Спит пятиэтажка, в окнах ни огня, будет тебе страшно в жизни без меня. Странно, что никто не описывал их быт, кроме них самих. Так хорошо? Да. Там сзади слышно? Все круто! Хорошо, шумно. Вы не представляете, какую боль уроду приносит суета. И художника интересуют те 100 человек. Индейцы, мудрецы, безумцы, бомжи, поэты, балерины, рабочие, извращенцы и люди, у которых свои взгляды. Ну ты будешь идти по трассе, назад домой. Заплачешь, упадешь и будешь плакать, плакать, плакать. Понимать, что дальше жизнь, что дальше не будет такого же момента. А мы все далеко. Пьяные, обдолбанные, влюбленные, потные от любви. В странных татуировках, одна из которых твердила, юная. С ней не было этого бытового и писательского ужаса, злых взглядов, плохой музыки. А без моих поцелуев не существовало ее тело. Тело еще не знали. Изгибы и впадины около ключиц. Складки на пальцах. Свобода в любых ее проявлениях. Come together right now over me.